Поэтому более или менее нормально получилось. Ведь у тайпа еще плюс вот это ускорение. Можно за счет ускорения как-то поджиматься быстро. На вики нету его, конечно. Вот тайп может. Тайп вообще с легкой группой очень хорошо кооперируется. С термиками там, со всякими и тому подобное. Пуха неплохая, хорошее пробитие, достаточно высокий урон. Бобсы, фугасы, кумулятивы есть можно. Щупленький, конечно. Борта картонные. Но в целом, как бы танк достаточно такой серьезный, если на нем поиграть, привыкнуть к нему, то он очень хороший тяж. Осуждаю. Ну, наверное, меня сейчас отпинают. Быстрый, да, дерзкий парень. Такой, ну, леопарди чисто. Ну, команда, мне кажется, интересная мне досталась. Вам не кажется? Попадание в прицел! Матчат. Противник! Мой прицел разбит! Ничего не вижу! Я починил прицел! Братики, да я ж тут стою, братики. Орудие сломано! Я починил прицел. Орудие к бою готово! Цель захвачена! Цель потеряна! Ракета сбита! Попадание в гусеницу! Нормально. Шотные танки. Держу в курсе. Блин. Надо двушку заряжать.
Ну и чё толку? Ну, пока я тут как бы, да, тут разбирался со всеми этими ребятами. Как так-то, алё? Ну, блядь, ну почему игра ты так сейвишь? Ну как так-то, блядь? Ну как так-то? Жестко. Это, конечно, было жестко. Мне бы выжить. Найди его, пожалуйста. Вон он. Блин, не пробили. Вот это, ребята, катка. Блин, с вас обязательно лайк, комментарий по этому бою просто, ребята, максимально. Офигеть. Вот это жестко. Красные? Серьезно? Пожелай, и родная отвечала, я желаю всей душой. Если смерти, то мгновенно, если раны небольшой, а всего сильней желаю я тебе, товарищ.
10700 отраженного урона, я остался живой, я настрелял, и нифига.